Сегодня в индустриальном районном суде Барнаула проходит очередное заседание по громкому делу Марии Матузной, обвиняемой в экстремизме. Уже стало известно, что суд отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела. Адвокат Матузной представил новое ходатайство о возвращении дела в прокуратуру. Это позволит дополнительно изучить доказательства, провести очередные экспертизы. Суд объявил перерыв. К какому решению придет сегодня суд, смотрите в вечернем выпуске.